Друзья мои, всем привет! Я вам обещала сегодня провести прямой эфир на конкурсном аккаунте на своем. Да, вы знаете все, что у меня сейчас идет глобальный розыгрыш подарков, но конкурсный аккаунт почему-то мне не дает провести прямой эфир. А так как я вам обещала, я знаю, что вы ждете розыгрыш айфона, сегодня кто-то получит айфон, я не могу это отменить и решила провести на своем личном аккаунте. Это видео я постараюсь сохранить, чтобы вы видели, что я провела конкурс, и мы попробуем это видео потом выгрузить в конкурсный аккаунт. Сейчас я начала видеозапись на всякий случай, чтобы вдруг у меня по каким-то причинам видео не сохранится. Все-таки это Инстаграм, да, он себя по-разному ведет. А я хочу перед розыгрышем айфона, кстати. Где он? Сейчас принесу, подождите. Я здесь. Вот он. Он был со мной сегодня, ездил на съемки. Перед розыгрышем айфона вам напомнить, что на этой неделе вас ждут огромнейшие, классные, ценные призы и подарки. Айфон — это только начало. Начало всех начал, это маленькое начало, потому что впереди вас ждет главный приз. Это 150 тысяч рублей на карту. В этот день, когда я разыграю, я прямо их положу к себе на карту и переведу победителю. Все это покажу, все вам расскажу, поэтому это только начало. Не спешите там делать какие-то выводы или расстраиваться. Я уверена, что вам обязательно улыбнется удача, если вы в это искренне верите. Или вы можете выбрать, если вам важнее пластическая операция, любая, грудь, нос, блефаропластика, липосакция, да, вы можете выбрать любую пластическую операцию и сделать ее в Турции, в лучшей клинике, где я делала нос. Я доверяю этой клинике и знаю, что они сделают все на 1000%, и вот прям результат будет вау. Реально там работают настоящие специалисты, классные специалисты, которые берутся за операции прям высочайшей сложности, поэтому я с уверенностью могу поручиться за эту клинику. Клиника называется Пластика Ин, можете вбить в интернете, посмотреть, да я их ни разу сама отмечала, ну, потому что я там оперировалась, советовала, вот честно, своим подписчицам, подписчикам, и многие уже в этой клинике оперировались, и меня благодарили. Поэтому вот такие вот цены, призы. Это главный приз, помимо всего прочего. Сзади меня бытовая техника Борг. Да, вот эти вот массажер для глаз. Сейчас у многих он есть и многими пользуются. И расслабляет, убирает морщины. Робот-пылесос Тефаль. Чайник Борг. Гриль Тефаль. Печка Борг, 20 бьюти-боксов, вот, Литик, тоже я им с удовольствием этим набором пользуюсь, антицеллюлитный, дома вообще супер, должна иметь каждая его девушка, потому что он реально рабочий. Миксер, тостер тоже Борг, в общем, призов море, куча, просто огромное количество, поэтому и победителей будет тоже много. Но, я думаю, можно перейти уже к розыгрышу айфона. Мне уже не терпится узнать победителя. Надеюсь, вы все открыли свои страницы. Это очень важный момент. Я буду смотреть, чтобы были живые фотографии, чтобы никаких там фейков не было. Да? У нас участвуют в моем розыгрыше только живые люди. Ну и все, поехали. Итак. Сейчас посмотрим. Надеюсь, вы добавились до 9 часов вечера. Добавили к себе в подписки 77 людей, классных блогеров, моих друзей. И среди них мы, среди вас, кто добавил к себе этих друзей, мы выгрузили таблицу. Она у меня есть, я уже ее открыла. Сейчас вам ее покажу. И сейчас посмотрим, сколько человек в ней участвует. Так, вот, 15 289,
Вот эта таблица. Давайте я вам лучше вот так вот покажу. Я читаю, читаю. Так, сейчас вам все покажу. Сеть. Выключить комменты. Мне тут посоветовали. Все нормально, так работает? Все, так хорошо? Все? Все заработало, по-моему, да? Заработало? Да, сейчас попробую перевернуть камеру. Надеюсь, не зависнет. Представляешь, почему, когда переворачиваю камеру, начинает виснуть? Может, потому что...